держался. Так, добрый день, добрый день. Так, все хорошо, хлопаем, да? Давайте так, типа, ну такой митинг, когда. Ну такой митинг, давайте мне, ну так. Ну, аплодируйте. Ну так, ну митинг. И сейчас вот покажите, что здесь произошло эти три дня. Что здесь? Это круто, по-моему, это показывает, что, ну, что здесь происходит. Да. Я приехал, вы видели мой слайд, да? Сегодня я новичок. Да? Завтра я уеду в Латвию, я нигде так себя не почувствовал, как здесь. Да. Спасибо, украинцы, я себя полюбил, я вас полюбил. И мы с женой говорили, да, мы с женой говорили, слушай, может быть, там поселимся в countryside, там, не знаю, там, семью туда, ну, семья есть, типа, ну, семью туда переведем, там, там будем жить. И сейчас думаю, может быть, в Украину надо ехать. Мне хорошо, я не знал, куда я еду, да, ну, это, здесь круто, что здесь происходит, Беларусь хорошее место, да, да, очень, Беларусь хорошее место, может быть, да, да, очень-очень, да, может быть, надо хэштег Беларусь-Балтия сделать, да, такой, хэштег Беларусь-Балтия, ну, да, на границе, да, где-то в Литву. А, в Латвии же Беларусь там есть, да? Славские озера, я так и говорю. Да, что-то там много. Да, 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 да. Ну, это круто вообще, потому что я делал много проектов, и это вообще такое стой. Видели слайд мой, да? Как делать лучше? Это пип сделать лучше, да? Это так, настолько сделать лучше, что отстой. Ну, отстой, это много говорит? Можно говорить отстой, да? Но девочка на меня, я сказал отстой, и она так на меня посмотрела. Я начал думать, что это да, отстой вообще. Я знаю слово, но что это отстой. Окей, про команду, да? Моя команда весь супер, да? Я думаю, что самое главное, что поймите, это типа такой генеральный, что мы сделали, что мы можем делать. Но я думаю, после этих 20, сколько там, 15 минут или 20? После этих 20 минут вы нашли свою команду. Это самое главное. Мы работали вместе, но 20 минут прошло, и это наша команда. Сейчас мы пойдем. Сейчас все узнаем, кто выиграл, да, пойдем пить, не знаю, что там делать, и это будет команда. Это суть всего. И после три дня я думал, что мы здесь делаем? То-то. Да, но типа я знал. Ну, я знал, типа там, где что баркем, где там дома, где там курит, почему они не работают, типа какая у них там муха, и я увидел муха, что это за меню, и шел своих, слушай, если вам надо, там, не писаешь на руках, я знаю, что у мухи, да, но сейчас, после этого часа, ну, 20 минут на 5, это сколько это, ну, полтора часа, да, а самое крутое то, что то, что здесь это хэштег команда. Мы одна команда сейчас. Да? Ну что, спасибо вам, спасибо моей команде, спасибо тебе, спасибо лысому, который не приехал. Плохо, да. Но он с нами. Он с нами всегда, да. Ну, так что спасибо очень большое. Спасибо! Нельзя, не знаю, объявлю только, вот вы когда услышите, кто победил, будете кричать, там, пищать, потом успокоитесь, и Спилберг всех сфотографирует. Просто помните об этом. А победила муха! То есть, поверьте, это был нелегкий выбор.
фаворитов было много. Победила муха. Ну, этим все сказано. Все, спасибо.